Здравствуйте, это программа «Открытый диалог». С вами Николай Пивненко. И сегодня поговорим об одном событии, которое отмечается в стране уже давно – День физкультурника. Андрей Вячеславович Абахин, старший аналитик Комитета по физической культуре и спорту администрации городского округа Люберцы, сегодня у нас в гостях. Андрей Вячеславович, ну, август, да, 14 число, День физкультурника. Это такая традиционная дата, да. Чем отличается, кстати, физкультурник от спортсмена? Ну, сразу вопрос не в бровь, а в глаз. Физкультурник – это тот человек, который просто занимается физкультурой для себя, а спортсмен – это тот человек, который уже выступает на соревнованиях. Работает спортсменом. Выступает на соревнованиях. Хорошо. А физкультурник, который делает зарядку, плавает в бассейн? Это для себя, да. Тогда я физкультурник. Скорее всего, да. Хорошо. Почему появился этот день физкультурника и откуда его корни, так скажем? Ну, смотрите, День физкультурника празднует, это праздничная дата, которая отмечается на территории Российской Федерации каждую вторую субботу августа. А вообще этот праздник начал отмечаться еще в далеком 1939 году на территории Советского Союза. Да? Было издано постановление, и вот закреплена такая дата, вторая суббота августа. Вот. Ну, тогда популярны были, я помню, спортивные праздники, да, на Красной площади. Да, да, да. Вот в начале 30-х годов прошлого века спорт начал стремительно развиваться, и спортсмены стали одними из наиболее популярных и узнаваемых лиц вообще в стране. Ни одна праздничная демонстрация не проходила без участия гимнастов, футболистов и других представителей спорта. В университетах и институтах начали открываться факультеты физической культуры, а позднее получились целые учебные заведения, были открыты, да, институты физической культуры, где готовили уже специально по направлению физическая культура, тренер и так далее. Ну, один из институтов, да, Московская государственная академия физической культуры, она располагается вот здесь у нас в Малаховке. Так что, как говорится, физкультура совсем рядом с нами. Но вот давайте о физкультуре. Ведь что такое само словосочетание? Мы не всегда задумываемся, ну, в школе, да, физкультура. Ну, физкультура, физра, как еще сокращенная версия. А если расшифровать физическая культура, это, в общем-то, ну, стремление человека к идеалу своего тела, прежде всего, всех возможностей своих. Так же это назвать? Ну, на самом деле, да, потому что у физической культуры достаточно глубокие корни, которые закладывались даже не тысячу, не две тысячи лет назад. Вот. Мы можем это видеть на древнегреческих статуях, да, таких как Аполлон. Уже тогда, в те далекие годы, люди стремились к какому-то идеалу. Да? По крайней мере, это культивировалось. Вот, то есть, вот, ты должен быть таким. Да, да, это был как идеал, да, человека, как он должен выглядеть. Угу. То есть, и это на самом деле культура, без определенных знаний нельзя добиться серьезных результатов. Вот, кстати, интересно, я сейчас вспомнил, когда я был в музее в Ватикане, там целый такой, ну, как сказать, здание, где стоят скульптуры. Из всех скульптур только одну я нашел скульптуру, где такой был некрасивый, обрюзший, не самый лучший персонаж, а все остальные были, ну, он специально был таким сделан, а все остальные были действительно вот все немножечко такие божественные, да, все пропорции тела, и отсюда же Олимпийские игры, да, Древняя Греция берет свое начало. Возникает тогда вопрос, почему же мы имеем уже столько веков такой идеал, если хотите, даже не красоты, а идеал здорового тела? А если мы выходим на улицу, не только в нашей стране, в других странах, то мы видим огромное количество тучных людей, огромное количество людей, которые давно не знают, что такое физкультура и спорт. Почему? Ну, понимаете, все-таки в разные годы были разные идеалы людей. Если мы посмотрим, да, такие 17-16 век, да, полотна, мы увидим как раз наоборот тучных людей, да, которых рисовали. То есть хорошего человека должно быть много. Да, то есть это было связано с тем, что были трудные времена, и человек, который имел возможность хорошо кушать, да, он вот тем самым показывал, что вот у него большой вес, да, и, значит, он богатый. Да, уважаемый, вот, человек. Уважаемый, да, человек, богатый. Вот. И, как я уже сказал, в разные времена были разные понятия о красоте,
то сейчас, например, в наше время, наверное, больше мы склоняемся к тому, что мы начинаем говорить про образ жизни, который больше нас идет от работы. Да? Работа у нас сейчас больше сидячая, мы сидим за компьютером, мы разговариваем по телефону. Если раньше телефон, может быть, был там один или два на целый офис. Хотя бы надо было встать, пройти. Да, да, я к этому, встать, пройти, то сейчас он есть у каждого на столе и у каждого в кармане. И это образ жизни, который диктует наши реалии. Ну вот образ жизни, опять же, отталкиваясь от тех 30-х годов, чуть позже появилось ГТО, сейчас ГТО, например, тоже вернулось уже в новой российской форме. Вот это словосочетание ЗОЖ, которым, ну так, иногда бравируют, иногда над ним смеются, иногда его активно продвигают. Вот можно ли сказать, что здоровый образ жизни для какой-то части населения сегодня действительно тренд? Ну, на самом деле это тренд. Этот тренд нам показывает наш президент Владимир Владимирович Путин. Да, всегда нам его показывает, когда он занимается спортом, как он отдыхает, что он плавает, он активно проводит свое время, он занимается рыбалкой. То есть он не стесняется там фотографироваться там, с голым торсом. То есть это тренд, да, к которому сейчас стремятся многие люди. Но для того, чтобы стремиться, нужно иметь какие-то способности. Но мы прекрасно понимаем и смотрим даже, опять же, по детям, ну, такой уже возраст там, как окончание школы, приход на первый курс, и я бы не сказал, что все прям вот такие представители ЗОЖа. Ну, Все-таки я не так бы поставил вопрос, не от... Так какой процент физкультурников, вот если так честно, из, ну, например, взять вот выпуск какого-то года, не 50 же процентов людей в хорошей форме, меньше? Ну, сейчас уже далеко за 50% населения занимается тем или иным видом физической культуры, да. И вот, возвращаясь к вашему посылу, который был, то, что это все-таки дело не в возможностях, а в желании, а в желании. То есть человек просто должен найти тот вид физической активности, которая ему интересна. Кто-то может просто ходить в парке, гулять, да, и заниматься северной ходьбой, да. Да, которой можно заняться зимой, и летом, и в дожди, когда угодно. Кому-то интересно заниматься игровыми видами спорта, да, играть в футбол, там, либо баскетбол. Кто-то просто катается на велосипеде в свое удовольствие, а кто-то занимается боевыми единоборствами. То есть главное желание и посмотреть то, что человеку близко, то, что он умеет. Ну и вот тут возникает, конечно же, вопрос. Я думаю, во второй части мы поговорим уже более конкретно о том, что делается для того, чтобы, ну, человека как можно быстрее, да, чтобы он нашел себя в том или ином виде спорта. Но сейчас я все-таки вернусь еще, ну, если хотите, к здоровью, что ли, к анатомической составляющей. Ведь все-таки природа человека, мы видим это, да, по Олимпийским играм, возможности, ну, такое ощущение безграничны, если все-таки верить в то, что там нет допинга. То есть, развиваясь, если бы все люди развивались на 100%, мы бы имели совсем другого человека. Почему многие родители, например, делают все, чтобы в школу там ребенок не ходил на физкультуру? Или водят в известные рестораны быстрого питания? То есть они же понимают, что это плохо, но почему-то идут на поводу. Ну, я думаю, что, наверное, все-таки они недопонимают, что это плохо. Да, они думают, что вот если ребенок занимается математикой, либо играет на скрипке, это вот супер, да. А ходить на физкультуру ему, вот, будучи там каким-то скрипачом, не обязательно. Да? Но тем самым они ставят его уже в заведомо худшее положение, которое, ну, у него с годами будет в жизни, да, то есть он уже будет себя, может быть, не к старости, да, там, к пенсии себя плохо чувствовать, а он уже будет там в 30-40 лет уже понимать, что у него появляется одышка, что ему тяжело там донести сумку с продуктами куда-то до машины, либо вообще пойти на рынок куда-то, да, то есть это позиция, конечно, родителей, она ошибочная, и родители должны это очень четко понимать. Еще возвращусь к Древней Греции, да, и к тем же самым истоком физической культуры вообще, когда, например, во времена рыцарей, да, и это не секрет, это можно посмотреть в открытой литературе, рыцарь должен был не только уметь фехтовать и сидеть на коне, но еще музицировать и читать стихи.
То есть это все было, вместе, да, как говорится, человек должен развиваться гармонично. Были определенные виды, которые, вот без, если он это не умеет, то есть он не мог получить как бы вот это рыцарское такое звание. То есть это тогда еще люди понимали, и сейчас люди тоже должны понять, что из крайности в крайность бросаться нельзя. И очень много выдающихся спортсменов, которые на самом деле потом становятся хорошими тренерами, а хорошим тренером не станешь без хороших знаний, потому что надо закончить институт, надо читать книги, надо учиться, то есть вот таким образом человек, когда развивается гармонично, тогда он себя будет чувствовать в жизни очень и очень спокойно и уверенно. Ну и еще оборотная сторона медали. С другой стороны, есть родители, которые делают ставку на своих детей, пытаются из них сделать профессиональных спортсменов. Причем с самого раннего возраста и фактически иногда воспринимают уже ребенка как ну, человека, который вот будет там спортсменом, зарабатывателем денег. Так называемый значит, большой спорт. Ведь, наверное, тоже в этом есть какая-то опасность, когда ну, не всем это нужно, я бы так сказал. Ну, вы правильно поставили вопрос, что ребенок еще в детстве, он же не до конца понимает, что он хочет, вот. Да, чем ему заниматься, что ему близко, а папа либо мама начинают уже свое понимание, восприятие мира трансформировать на него, и появляются ложные надежды, ребенок, может быть, для ребенка выбирают не тот вид спорта, да, который бы, может быть, ему подошел, да, а тот, который нравится папе, либо там... который уважает мама, либо мама занималась там когда-то в детстве. Ну, не достигла, теперь да, вот но не достигла свои какие-то нереализованные желания, они хотят увидеть, чтобы реализовал ребенок. И говорить в раннем возрасте о каком-то профессиональном спорте и готовить себя именно для профессионального спорта, это, на мой взгляд, глубочайшее заблуждение. Это может как бы и даже ребенку нанести какую-то психологическую травму в жизни, что его готовили, а он вот такой не смог. Да, это очень плохо. То есть должен быть во всем баланс. И вот во второй части нашей программы мы поговорим, что же такое день физкультурника сегодня в городском округе Люберцы. Я имею в виду не один день, естественно, а вообще система. Вот, тем более, что не зря же говорят, что Люберцы – территория спорта, где есть место и профессионалам. Мы знаем огромное количество, да, людей, которые их имена прогремели в самых разных видах спорта. И любители, которые тоже занимаются в разных, скажем так, лигах, в разных видах спорта. И понять, что физкультура сегодня, ну, хоть какая-то, должна быть даже у людей уже преклонного возраста, потому что это помогает нам, прежде всего, продлить жизнь. Да? Сделаем сейчас паузу. У нас в гостях, напомню, Андрей Абахин, старший аналитик Комитета по физической культуре и спорту администрации городского округа Люберцы. Напомню, что это программа «Открытый диалог». Сегодня она посвящена Дню физкультурника. Для того, чтобы все были настоящими спортивными, чтобы вели здоровый образ жизни, это сложно, начиная от нашего неправильного питания и неправильного образа жизни, но возможно, причем в любом возрасте. Возможно, для этого и существует день физкультурника, второй выходной день августа, когда можно себя попробовать в самых разных спортивных состязаниях. У нас в гостях Андрей Абахин, напомню, старший аналитик Комитета по физической культуре и спорту администрации городского округа Люберцы. Ну, мы знаем, что в Люберцах много делается для спорта. Уж, по крайней мере, здесь, в студии, бывали у нас и профессиональные спортсмены, и спортсмены-любители, причем по самым различным видам спорта, даже по спортивному метанию ножа, уж не говоря о традиционных и обычных. Поэтому мы можем об этом говорить сколько угодно, но День физкультурника, я так понимаю, это нечто иное, и где расширяется, что ли, да, база участия не только участников, но и зрителей. Как будет проходить День физкультурника в этот раз? Ну, День физкультурника пройдет на территории городского округа Люберцы 14 августа. И это на самом деле
профессиональный праздник. Он так и называется. Профессиональный праздник – День физкультурника. Люберцы в этом году будут центральной площадкой в Московской области. Вот. Организаторами данного мероприятия выступает администрация и комитет городского округа Люберцы по спорту и Министерство физической культуры и спорта Московской области. Да. Одним из инициаторов проведения на территории городского округа Люберцы стал наш министр Роман Игоревич Терюшков. Конечно, посыл был от наших физкультурников. В феврале у нас проходила здесь с ним встреча, такой круглый стол вот, с общественностью спортивной Люберецкого городского округа. И мы его попросили вот, в этом году, чтобы он поддержал нашу инициативу о проведении именно на территории городского округа Люберцы областного праздника. Ну и это же ответственность. Конечно, да. Вы это готовы? Большая ответственность. Мы готовы, мы уже проводили много разных мероприятий, да, и в том числе спортивных на территории городского округа Люберцы. Мы полностью понимаем и несем ответственность за все, что будет проходить. У нас было очень много совещаний, совещания с представителями министерства. То есть давно готовится, да? Начали мы готовиться еще в начале лета. В начале лета, понятно. Хорошо, ну и тут же у нас добавляется еще вот такая ситуация, как будет, ну, как бы ковид, к сожалению, никуда не ушел, как будет выстроена эта программа, что-нибудь расскажете нам сегодня в программе? Ну, 14 августа в 10 часов начнутся у нас уже все соревнования, да, которые будут проходить на территории округа. Да. Сейчас расскажу все по порядку. Да. Ожидается приезд большого количества почетных гостей, знаменитых спортсменов. Конечно же, в 11 часов планируется открытие праздника. Праздник у нас будет открывать наш глава Владимир Петрович Ружицкий. Министр будет физической культуры и спорта Московского Роман Игоревич Терюшков. Вот. И ожидаются, конечно, присутствие легендарных спортсменов и тренеров, которые также будут присутствовать в этот день на нашем празднике. Вот. На данный момент уже заявилось более 2000 спортсменов-физкультурников из разных уголков Московской области. То есть это достаточно, вот, как вы говорили, большая ответственность, да, это же надо всех организовать, разместить, очень жесткая, четкая логистика должна, развести потоки. Сами мероприятия будут проходить на двух больших площадках, это территория стадиона «Торпеда», вот, у нас будет там проходить футбольный турнир, я к нему вернусь с вашего разрешения чуть попозже. А основной площадкой станет территория перед зданием администрации городского округа Люберцы. Вот. В рамках вот этого данного мероприятия у нас будет проходить турнир по стритболу на кубок Давида Яковлевича Берлина. Вот. Это хотел вот сейчас остановиться, заострить на этом небольшое внимание, что это Давид Яковлевич Берлин. Это вообще легенда подмосковного спорта. Родоначальник Люберецкой спортивной школы Олимпийского резерва по боксу «Спартак». Основатель женского баскетбольного клуба «Спартак» Московской области, уточню. Заслуженный тренер СССР, заслуженный тренер России. Ну, то есть, по сложному заслуженный списку, работник физической культуры и спорта Российской Федерации, почетный гражданин Московской области. И в этом году он уже отпраздновал 96 лет. Ну, прекрасно. Вот это вот как доказательство того, о чем мы говорили в первой части. Да, то, что нужно заниматься физической культурой и спортом с самого начала, пускай это не профессиональный спорт, но тот или иной вид активности должен присутствовать. Вот. Розыгрыш Кубка Давида Берлина проходит уже с 2014 года. Ежегодно на соревнованиях собираются стритбольные команды из всех округов Подмосковья, сильнейшие коллективы в нескольких возрастных категориях. Победитель получает главный трофей – это Кубок Берлина, который переходящий. Турнир, повторюсь, начнется в 10 часов. Заявилось уже более 200 команд. Более 200 команд. Это почти только на данный момент 1000 спортсменов, которые к нам сюда приедут только играть в баскетбол, ну, в стритбол. Так. И в 11 часов пройдет уже официальное открытие.
И самое, что интересное, мы здесь уже говорили про масштаб, проговорили про людей. Вот мы сейчас готовим 15 игровых площадок для стритбола, которые будут расчерчены прямо перед зданием администрации. 15 игровых площадок, то есть каждый человек может прийти, посмотреть, насколько это вообще масштабно, интересно, потому что с 10 утра и до 6-7 вечера, я думаю, будут без остановки играть в стритбол. Ну да, и будет же финал потом, то есть победитель будет же? Победители будут выявляться в каждой возрастной категории и будут сразу награждаться на центральной сцене, которая также будет располагаться перед зданием администрации. Вы хотели вернуться к футбольной части. Да, к футбольной части. Это мы говорили про стадион «Торпедо». Там пройдет турнир дворового футбола на 6 специально тоже подготовленных полях. Формат турнира 6-6. Состав команд 9 человек. Это 6 человек в поле плюс 3 запасных игрока. Участие принимают как юношеские, так и команды девушек. Регистрация открыта на сайте живуспортом.рф. То есть любая команда из любого городского округа Люберцы может выбрать себе капитана и заявиться на этот турнир в соответствии с теми правилами и требованиями, которые там же также выложены. Сейчас мы уже ожидаем более 30 команд. Но самое интересное и самое главное, что это команды-победители в этих возрастных категориях поедут на всероссийский этап и будут представлять Московскую область уже на этом турнире. Вот, на другом уровне. На другом уровне, на всероссийском уже. Ну, честно говоря, звучат какие-то сумасшедшие цифры. 30 команд, они уже заявились и... Как они успеют на 6 сыграть-то? Времени хватит? Дня, ну, конечно, хватит? Об этом я уже и сказал, что мы начинаем турнир в 10. Все площадки открываются, будет составлено расписание. Солнца. И я думаю, часов до 6-7 мы будем играть в различные там виды. Хорошо, по зрителям. Зрители, как будет логистика? Ну, смотрите, у нас... В связи с ковидной ситуацией доступ на территорию стадиона «Торпедо» будет открыт только для команд и представителей. Вот. А посмотреть кубок Давида Яковлевича Берлина может каждый желающий, который пускай приходит. Мы будем очень всем рады. И на открытом пространстве каких-то более сейчас есть послаблений, и мы стараемся... И их придерживаться, ну, то есть, идти в ногу со временем. Ограничения, которые есть, просто расстояние небольшое. Вот, а так на воздухе можно. Хорошо, что еще в программе? Да, также мы отдельно готовим площадки для всех желающих. Если мы сейчас поговорили более как бы про спортивную составляющую данного праздника, то площадки для всех желающих, где можно будет заниматься и сразиться, например, в настольный теннис, в дартс, интерактивный футбол, принять участие в сеансе одновременной игры в шахматы с гроссмейстером международного класса. То есть у нас будет также выстроена площадка в таком, это называется командно-военно-тактическая игра нового поколения с использованием безопасного лазерного оружия и сенсоров «Лазертак». Ух ты! Да. Прям совсем новые технологии, да. Да, то есть мы будем выстраивать целую площадку игровую. Она чем-то похожа на пинбол, но намного безопаснее, намного удобней. Вот. Точно так же открыта регистрация на сайте живуспортом.рф. Команда состоит из 3 человек. То есть это может даже семейная быть команда? Может быть семейная команда. Единственное ограничение, что принимают участие в возрасте от 14 лет должны быть. Да, ну не младше. От 14 лет, да. То есть вот это к вопросу о том, что мы говорили, что каждый должен поискать то, что ему интересно, удобно. Ну да, сейчас. Вот один из видов двигательной активности спортивной. Вот, также. Отдельно пройдут соревнования по такому виду, по такой игре пока, да, она называется «Новус». «Новус». «Новус», да, это так называемый морской бильярд. Морской бильярд, это соревнования будут проходить здесь, у нас на территории Дворца спорта «Триумф», вот, точно так же 14-го. Первыми в «Новус» начали играть латвийские и эстонские моряки, еще там более 100 лет назад.
Сегодня эта игра распространена по всему миру, и главное отличие Новоса от обычного бильярда – это его компактность и размеры стола. Размеры стола составляют всего метр на метр, точно так же квадратные. У них да, есть лузы по краям, и в Новос играют не шарами, а пешками. Ну вот не очень как бы это сейчас много представителей данной игры. Но кто знает. В России вообще, но можно посмотреть в интернете, очень интересная динамичная игра и, честно скажу, реально очень затягивает. У нас не так много времени остается, полторы минуты. Что-то еще есть? Чем в итоге закончится, какое-то будет подведение итогов, День физкультурника? Ну, смотрите, каждый, кто придет поучаствовать в тех или иных двигательных активностях, мы подготовили для них, для победителей, конечно, это будут подарки, призы, кубки. Каждый, кто просто поучаствовал, может получить сертификат участника, повесить его того или иного тому виду спорта, да, в День физкультурника 2021 года на территории городского округа Люберцы. Андрей Вячеславович Абахин рассказал нам о каком-то грандиозном, конечно, я даже не знаю, где людей-то найдете, чтобы все это отследить, такое огромное количество площадок и логистика сумасшедшая какая. Ну, я уже сказал, у нас было много совещаний, и не только комитет, задействованы еще другие отделения, которые работают в администрации городского округа. Будем надеяться, что погода не подведет. Это тоже такой немаловажный фактор. Вот. Но надеемся еще, что лето все-таки. Да? Старший аналитик комитета по физической культуре и спорту администрации городского округа Люберцы Андрей Абахин был гостем нашей сегодняшней программы. Рассказал нам немножко об истории вот появления Дня физкультурника в Советском еще Союзе. Поговорили мы вообще глобально о физкультуре, как о необходимом заряде нашего здоровья. Ну и, конечно же, узнали о такой глобальной программе. Видимо, в прошлом году у нас совсем жизнь такая сложная была, в этом году за 2 года мы оторвемся. Но не забывайте, все равно какие-то небольшие ковидные ограничения существуют, надо все соблюдать, чтобы праздник удался на все 100%. Вам большое спасибо, в вашем лице поздравляем с наступающим Днем физкультурника. Спасибо большое. Это была программа «Открытый диалог», с вами был Николай Пивненко, до свидания.